Здравствуйте, Сергей. Это видео про ваш переходничок M42 Nikon одуванчик. Это одуванчик для Nikkor 105 2.5. Диафрагмы от 2,5 до 22 прошиты. Фокусная 105. Сейчас мы будем его смотреть. Вот одуванчик. Он будет упакован внутрь переходника вот таким образом, чтобы не занимать много места. Вот наш переходничок M42 Nikon. Он также запрограммирован под Юпитер 9 от 2 до 16 и фокусное расстояние 85. Теперь смотрите, вот видите, здесь стрелочка нарисована. Очень аккуратно сначала научитесь вставлять переходник с одуванчиком в камеру без объектива, а потом уже с объективом. То есть смотрите, нажимаем кнопку стопора камеры, по стрелочке крутим до белой точки и аккуратно вынимаем. Вот, одуванчик целый. То же самое, стрелочку совмещаем с белой точечкой на камере, поджимаем внутрь и поворачиваем против часовой стрелки до щелчка. В этом переходнике, как и во всех переходниках M42 Nikon, из-за их очень тонкого металла нет стопорного винта, поэтому не перекручивайте переходник в камере дальше, чем до стопорного отверстия. Видите, щелчок, раз. И потом сверху накручиваете свой объектив. И все. Также аккуратно снимаем. То же самое касается крышки. Очень аккуратненько крышечку одеваете, чтобы не сломать контакты одуванчика. И поворачиваете. Все. И сюда будет вложен одуванчик. Спасибо за внимание.